Президент Ильхам Алиев – настоящий стратег. Об этом заявил известный американский эксперт по внешнеполитическим вопросам Брэнда Шафер. Наряду с восстановлением территориальной целостности и суверенитета Азербайджана она высоко оценила и предпринимаемый главой нашего государства шаги по установлению мира. Считаю, что одна из отличительных черт президента Ильхама Алиева то, что он настоящий стратег. Сегодня очень немногие лидеры в мире являются стратегами. Но Ильхам Алиев думает о планировании политики, в частности, на международной арене, как шахматист, на 9-10 шагов наперед. Во-вторых, я считаю, что еще одной отличительной чертой президента Ильхама Алиева является его истинное лидерство. В настоящее время многие мировые лидеры опираются на полюса и стремятся соответствовать популистским требованиям. Учитывая, что в Азербайджане миллион беженцев, лишившихся своей родины на протяжении 27 лет, пережили большие трагедии, сегодня президент понимает, что хотя это сложно, но мир — это лучшее для народов Азербайджана и Армении. Думаю, что восстановление Азербайджаном своего суверенитета над Карабахом и 7 прилегающими районами доказывает, что вы должны иметь силу для мира. Если у вас нет силы восстановить свой суверенитет, установить безопасность, создать очень четкие линии, то невозможно достичь мира. Поездка президента, в частности, в Ханькянды и другие недавно освобожденные от оккупации территории, поистине является восстановлением независимости Азербайджана. Считаю, что это действительно положит конец войне и создаст основу для мира между двумя странами.